В Кировске продолжается капитальный ремонт больницы. Работами охвачены этажи с 4 по 7, где расположены кардиология, хирургия, диагностическое отделение, отделение эндоскопии, операционный блок и реанимационное отделение. В правом крыле процесс обновления уже завершен, на очереди помещение в левом крыле. Что сделано и что предстоит, знает Мария Савохина. На 5-м этаже после окончания ремонтных работ разместится хирургическое отделение с современными функциональными койками. К точкам, где они будут установлены, уже подведен кислород, смонтированы кнопки вызова медперсонала. Вот это был кабинет раньше старшей сестры хирургического отделения. Вот посмотрите, какой он был, и сейчас совсем по новым технологиям все это делается. Мы очень рады, что у нас будут хорошие условия труда. Получаем оборудование постепенно. Еще не все, но уже часть пришла. Конечно, все очень современное, высокотехнологичное. Это улучшает условия труда, и для пациентов это очень хорошо. На 7-м этаже отремонтированы операционные, часть из них уже функционируют. Сейчас в работе у подрядчика помещение реанимации. По соглашению о социально-экономическом партнерстве, которое подписано между правительством Мурманской области и ФосАгро, компания выделяет средства на приобретение оборудования и мебели. Спасибо, конечно, Мурманской области, бюджету Мурманской области, губернатору, министерству о том, что они выделили деньги на ремонт, ну и плюс компании ФосАгро за то, что они организовали поставку высокотехнологичного оборудования. Практически все оборудование уже пришло. В Апатитской Кировской центральной городской больнице также завершен монтаж инженерных сетей и кровли. Выполнены практически все фасадные работы. По контракту ремонт медучреждения должен быть завершен в мае 2024 года. Но строители идут с опережением графика, и на сегодняшний день 75% запланированных работ уже позади.